Онлайн-конкурс «Парад Победы» стартовал в Белорусском государственном университете. На странице вузов популярной социальной сети будут появляться вопросы о событиях Великой Отечественной войны. Всего 4 этапа, на каждом по 20 вопросов. Темы разные – сухопутные войска, военно-морской флот, воздушные силы и партизанское движение. Сегодня, например, участники отвечали, кто из военачальников отличился в боях под Минском в 41-м и сколько белорусов среди танкистов дважды стали героями СССР во время Второй мировой. Студентам нравится, потому что не надо идти никуда, то есть ты можешь сидеть на парах, можешь в себя дома отвечать. Вопросы у нас легкие, некоторые ребята пользуются интернетом, но отвечают быстрее, самый умный, самый быстрый. В прошлом году победил историк, и в этом году этот историк, он помогает придумывать новые вопросы. Этот интеллектуальный марафон в БГУ проводит уже второй год подряд. Организаторы обещают подвести итоги 7 мая, а наградят самых эрудированных символично в День Победы.